Друзья, всем привет! Канал Каримов. Проверь канал обо всем. Хочу похвалиться, друзья. Вот супруга приготовила из творога и сметаны. Вот такие два пирога. По-татарски баляш. Называется сметанник. Давайте посмотрим внимательно. Такая красота. А вкусом как, вы даже вот не можете представить. Скажу так, по-татарски. Хатынаковунакиле. Ну, по-русски переводится он немножко некрасиво. У жены от рук получается, если вот точный перевод. Ну, то есть, рукодельница. Прям золотые руки. Жена. Это... Пироги пойдут в гости. Вот. Вот такая красота. Ну, надо сказать, что у татар, у казанских татар, впитывается это все с молоком матери. Значит, если даже, ну, скажем так, девушка растет и кухня не имела большого, так скажем, прикосновения, то выйдет замуж. Все умение раскрывается. То есть есть хорошая русская поговорка: от слона родится слон. Вот все это с молоком матери впитывается. Друзья, большое спасибо, что были на моем канале. Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал. Сердечная благодарность людям, которые подписались и с нами.